Всем привет, друзья мои! Мы снова в Калужской области, в гостях у Бабкена Испиряна. Бабкен, привет! Привет! Первый раз, когда мы ехали к Бабкену, мы приехали снимать коров. Коров у Бабкена не оказалось, зато оказалось, что Бабкен сажает черную смородину. Прошло 4 года или сколько там? 3? 4, да. 3. 3 или 4 года. Тут уже выросли огромные кусты, мы их уже снимали два раза. И, Бабкен, давай поговорим, мы стоим примерно на том же месте, где и первый, и второй раз мы были. Да. Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя гектар-то всего смородины? Тогда, по-моему, было 30, мы говорили. Или 60 ли? Ну, сейчас в общей сложности у нас 130 гектар. 130 гектар, да? Да. Вот, из них в этом году под уборку пойдет 54 гектара. Угу. Мы говорили о покупке комбайна, который отложили до будущих времен. Нынче-то комбайн есть? Ну, нынче есть, но опять у нас комбайн, который отложен до лучших времен, еще один. Потому что нужно два. Покупку второго комбайна, да? Да, да, планируем в этом году покупку второго комбайна. Угу. А комбайн-то какой? Самоходный, прицепной? Прицепной. Прицепной, ну, да? На самоходный пока сложно замахиваться. Угу. То есть они сейчас стоят каких-то совсем космических денег. Что стоит сейчас уже каких денег, уже, по-моему, можно уже не говорить, это вообще какой-то ужас. Но вернемся к нашим баранам. Скажи, пожалуйста, но ты уже комбайн-то испытал, работал? Да, мы в прошлом году его купили, испытали, потому что на этот год вот у нас должен быть большой урожай. И хотелось до того, как он будет, уже понимать, как будет работать, как будет справляться. Бабкен, скажи, пожалуйста, ну вот 130 гектар, а сколько же это будет ягоды? Ну, убирать мы будем 54, а сколько будет ягоды, по окончанию сбора обязательно расскажу, а вы там вставите строчкой. Хорошо, да, мы на самом деле, наше видео выйдет несколько позже, чем будет твоя уборочная. Скажи, это значит, получается, массовый первый уборка будет, 54 гектара? Да. Какой примерно месяц? Сейчас у нас май, 13 или какое-то число, 14, наверное. Когда примерно будет уборка? Ну, в прошлом году у нас ягода созрела примерно в районе 10-12 июля. Угу. Но в прошлом году она чуть раньше цвела. В этом году холодно очень. Вот, она еще вот, ну вот, сейчас она должна была активно цвести, а здесь, да, а здесь только бутончик. Сейчас посмотрим. Значит, 10-12 июля, ты сказал, да? Да, ну, то скорее есть, всего, плюс где-то неделька где-то, ну, ближе где-то к 20-му, судя, да, по всему, да? Ну, да, вот ближе к 20-му. Я попытаюсь запланировать все-таки приехать посмотреть, чтобы приезжай у нас, да, чтобы поесть смородины. Вообще, на самом деле, я как человек, который родился на Урале, где кроме смородины, в общем-то, ничего и не росло до крыжовника. Это была так себе ягода-то. Она была у нас кислая, ужасная и так далее. Как вообще тебя угораздило-то? Что ты с ней делать-то собрался? Или она у тебя сладкая? Не, ну она, конечно, не настолько сладкая, как там, клубника или малина. Угу. Но она все равно находит своего потребителя. Большая часть смородины – это переработка. То есть она пойдет в заморозку и, соответственно, потом будет использоваться в кондитерской промышленности, в молочной, то есть как ингредиент. А скажи, пожалуйста, переработка-то своя или куда-то на сторону? Нет, на сторону. На сторону, да? Да. Но уже есть там контракты, я не знаю, какие-то эти, ну, там, есть договоренности. Есть договоренности на сегодняшний день. То есть урожай этого года, ну, как бы целиком у нас заберут весь. Заберут. Почем, если не секрет? А почем? Ну, по тому рынку, который будет на тот момент. Потому что вот, сложно фиксировать цену в этом году на 3-4 месяца вперед. Ну да. Поэтому сказать что-то о цене. Ну, по ценам, ладно, да, понятно. У нас сейчас вообще ничего не понятно. То есть, ну, оно было. Ну, то есть конкретную цену сказать нельзя было и раньше, потому что там до того, как у нас Европа была закрыта, там все ориентировались на польскую цену ягоды. Потом Европа закрылась, но благодаря белорусским креветкам. Да. Можно было все равно ориентироваться на польскую цену ягоды, плюс там процент какой-то. Но на сегодняшний день, ну, по обстоятельствам. Ну, отлично. Давай тогда посмотрим ягоду. Почему не цветет? Холодно?
холода, но оно уже вот уже почти зацветет. Да. Видишь, уже бутончики. Мы хотели приехать, чтобы была красота тут. Цвет кругом. Чуть-чуть, буквально тут. Дня 3-4. Дня 3-4, да, уже это? Да, и оно зацветет. Ага. А напомни, пожалуйста, какие сорта у тебя здесь? Здесь у нас в основном сорт Купаленко. Это какой-то белорусский? Белорусский сорт, да. Угу. Но он специализированный под мехуборку. Да, он достаточно хорошо убирается. Там сухой отрыв, что-то да, там должно да, у да, него быть, да, да? Да, да. И массовое, насколько я понимаю, созревание. Ну, у нас вот по тому, что мы в прошлом году убирали, комбайном пробовали убирать. Ага. Ну, проблем с уборкой нет. Нормально, да? Да. Вижу, тут обрезано. Да. И вот, соответственно, здесь она где-то вот тут эти... Да, вот они. Обрезанные валяются. Почему, во-первых, валяются, да, они убраны? Ну, почему валяются, не убраны? Во-первых, рук не хватает. Ага. Их можно было просто собрать и убрать. Но в реальности просто будем измельчителем. Сейчас травка немножко подрастет, мы все равно будем... То есть мульчер какой-то пойдет. Да, междурядья будем прокашивать, и заодно измельчатся все эти ветки. Замульчируются. Ну, то есть никаких проблем нету? Нет. А обрезаются те ветки, которые вот лежат вовнутрь, низко. Да? Нет, которые они просто низко лежат на земле. То есть все, что лежит низко, все должно быть обрезано. Тут вариантов нет, потому что... вот так вот, да? Да, это уборка-то механизированная. Нам надо, чтобы вверх росло. Нам надо, чтобы вверх росло. А вот эта полоса вдоль ряда, она, соответственно, это химпрополка. Вот тот ну, которая вот без зелени, если вот так да? вот вдаль посмотреть. То есть вот серединка зеленая, а вот вдоль кустов. Ага, ну, такие. Видно, вот она подожженная. Да, да, да. Ага, крапива тут что-то. Понятно. Ну, вот самое начало вегетации. Тут еще разочек пройдем. Ага. И вот, в общем-то, под кустами, рядом с кустами будет чисто. То есть, по большому счету, нам не нужны большие разлапистые кусты. Нам куст нужен такой, который сможет техника собирать. Угу. А мы вчера еще с тобой говорили, что у тебя, в отличие там, от старых садов, у тебя посажены достаточно близко друг к другу кусты. Да, они посажены близко для того, чтобы ну, вот, создавать плодовую стену. И когда идет комбайн, он просто вот себе... Ну, то есть нам нужна урожайность гектара, а не урожайность куста, да? С каждого отдельного куста, да. Угу. Вот так вот. И тут вот какой-то выпад у нас есть. Вообще выпадов-то много? Ну, выпады они есть, но как бы они не очень большие. Не критичные? Не критичные, да. Угу. Избежать выпадов, по большому счету, невозможно. И по большому счету, то, что нам через... уже на этих плантациях через 6-7 лет нужно будет их раскорчевывать, связано именно с тем, что будет достаточно много этих выпадов. Ага. Ну, не то, что там, условно, половина выпадет, да, но даже там 30-40% выпадов, это уже... Минус 30-40% урожая. Там гораздо все хуже. Хуже, да? Да, потому что не только на урожай влияет, но и на удобство уборки. А-а-а. Тут же, когда при уборке едет комбайн, он как бы упирается вот в сам куст. Там полос такой. И вдоль куста этого едет. А когда части нету, там техника может вправо-влево немножко ехать, и потом следующий mm-hmm. куст будет задираться и как-то mm-hmm. неправильно браться. А оператор, который сидит на комбайне, он каким-то образом может его направлять или нет? Может. Может, да? Может, конечно. Uh-huh. Но это все равно, это дополнительные ну, сложности. Влияет и на скорость уборки, и на качество. Поэтому uh-huh. это лучше, чтобы этого не было. Понятно. Ну, вот здесь мы ходим как раз в тех местах, если... За которые ты переживал? Да, за те самые, о которых я рассказывал, что они прям ужасные. Ага. Ну, за это время они перестали быть да, ужасными. Да, ничего ужасного тут нету. Да. Напомню, ребят, все ссылочки я оставлю во всплывающей подсказке справа вверху. Вы можете посмотреть наше предыдущее видео с Бабкеном. И послушать, как было тогда, и посмотреть, как стало сейчас. Ну, в этом году смородина сейчас до цветения, соответственно, обрезана, опрыскана препаратами медьсодержащими.
и подкормлено. Вот пока все. Пока все обработки, да? Да. Вообще, конечно, когда мы сажали, была мысль о том, что самое сложное это посадить. Деньгоемкое. Деньгоемкое, да. Это очень дорого, очень сложно. Но оказалось, что уход это тоже не менее, может быть, даже и более деньгоемкое, потому что закладка-то, она вот она, плантация появилась, а то, что когда ты ухаживаешь, это вот ты деньги потратил, а ничего не добавилось. То есть ее сколько было, столько и осталось. И это вот каждый год такие вот у нас хорошие, приличные расходы. Ага. Так, а про срок плантации, то есть на сколько лет она рассчитана до выкорчевки? Да, я не знаю, слышно было Анастасии или нет, я повторюсь. А смотрите, какой оператор. Анастасия, помаши ручкой. Вот. Анастасия спрашивает, ну, на сколько лет эта плантация? Ну, плантация, я надеюсь, что она будет плодоносить лет 7-8. Угу. Вот. Ну, там уж посмотрим. То есть здесь же большой этот эксперимент, большой эксперимент, скажем так. То есть это большая плантация, с которой мы хотим получить максимум. И вот стараемся сделать все для этого. Хороший эксперимент на 130 гектар смородины, да. Ну, я надеюсь, что будет больше. Да? Сколько надеешься? Мы говорили в прошлый раз, по-моему, о вот 600 ли, 60 ли. Мы говорили о 600, но была идея делать это в кооперативе и находить как бы коллег, которые хотят тем же самым заниматься. Ну, к сожалению, вот за эти 3-4 года найти такое сообщество, которое готово достаточно долго ждать отдачи. Вложенных пока денег, да, ну, возврата. Ну, у нас принято все получать возврат гораздо быстрее. То есть люди предпочитают даже сегодня заниматься, например, молочным животноводством, потому что там деньги. Деньги каждый день. Деньги каждый день, и они вот ты купил коров, они как бы начали доиться, и деньги как бы вроде пошли. Ага. Вот. То есть никто не хочет в долгую. Так, значит, от посадки до первого урожая, ну, прошлый год не считаем, сколько это получается? Ну, в принципе, убирать можно было и в прошлом году. Но если убирать в прошлом году, это была бы, скорее всего, ручная уборка под комбайн. Кусты сами было бы жалко, потому что, ну, вот большая часть этого куста... Обтрясется, это... поломается? Да нет, вот это это все прирост прошлого года. Вот эта вот веточка, это вот то, что отросло в прошлом году, да? Вот веточка выросла целиком в прошлом году. И получается, если бы мы ее в прошлом году убирали комбайном, то часть этих веток заламывалась бы. Они же зеленые во время уборки. И, соответственно, на этот год этот куст был бы сам по себе гораздо меньше. Вот в этом году, когда мы будем убирать, уже не так страшно, потому что вот остов... Ну, наросло уже, да? Мясо наросло. Да, мясо уже наросло. И, в принципе, то, что часть из веток сломается, в этом нет никакой ни катастрофы, ничего страшного. Это как бы нормальный процесс. По обрезке. Вот я... Не знаю, считаю, что вот обрезал и посадил их в школку куда-то. Нет. Так ли это или нет? Нет, ну то, что обрезано, оно вот оно. То есть вот, да, я и удивился. Я думал ее начеренковать, и можно сразу же уже в это размножение. Нет, на маточнике, там с маточных кустов, соответственно, с отдельных. Ну просто, вот, во-первых, черенковать вот это очень сложно. Оно же... Ну, такая веточка не очень. Ну а что, вот здесь обрезал, вот тебе там три черенка. Ну, частично, да, но тут как бы... Ой, я крутой садовод. Расстояние между почками, видишь, какое большое. Ага, большое? Да. И вот что почка, это? Вот следующая почка. А это плохо? Ну, не очень. Ну, то есть не критично, но лучше, чтобы они были бы чуть... поближе насажены. То есть это с однолетней ветки лучше получается. Угу. То есть у тебя есть некий маточник, с которого ты нарезаешь для школки, который мы еще подойдем сегодня, посмотрим. Ну, школку мы посмотрим, а маточник он сейчас весь обрезан. То есть там, ну да, да, да. Вот. Так что, а это все будет измельчаться просто. Ну да, это я понял. Слушай, ну а маточник под себя или же все-таки... не как бы держишь в голове идею о кооперативе?
Ну, какое-то небольшое количество мы все равно продаем, ну, по сравнению с тем, что сажаем. Угу. Вот. Мысль о кооперативе, конечно, есть, потому что хотелось бы вот какой-то такой значительный объем, сконцентрированный в одном месте, сделать как можно быстрее. То есть вопрос-то в том, что у нас тут это дорастет до тех же 600 гектаров, он просто вопрос времени. Вопрос времени, то да. То есть займет там 3 года, 4 года. Но было бы, конечно, лучше это все сделать там за год, за два, вот получить там определенный размер хозяйств и, в общем-то, об этом больше не задумываться. Как мы вчера с тобой поговорили, чтобы не пришел вдруг крупняк какой-нибудь. Я думаю, что на сегодняшний день крупняк уже именно в смородину не придет. Угу. То есть фермеры заняли эти места? Ну, достаточно плотно, да, на сегодняшний день, потому что там в Калининградской области достаточно много сейчас посадили. Угу. В других регионах тоже вот идут там посадки. Но пока еще место на этом рынке еще есть. И достаточно много его. То есть импорт еще не закончился. Угу. Ну, сейчас с импортом непонятно, что будет. Вот. Ну и как считаешь, вот ты фермерам можешь рекомендовать идти в этот бизнес? То есть это на 3 года как минимум замороженные деньги, да? Я могу рекомендовать идти в этот бизнес и вообще идти в садоводство, может быть, не только там смородину. Но при этом держать в голове две вещи. Во-первых, это замороженные деньги на первые 2-3 года. Угу. Ну, 3 лучше рассчитывать. Вот. Во-вторых, это, собственно, наличие этих денег. Потому что там наличие тумбочки, где эти деньги лежат. Да, лучше разных тумбочек, откуда их можно, в принципе, добыть. Потому что вот кажется, что ты сделал что-то и вот ждешь. Нет, нифига не ждешь. Потому что тебе с ней работать нужно дальше, обрабатывать, покупать технику для обработки. Вот здесь сейчас все делается там механизировано, кроме там каких-то отдельных видов прополки. Угу. Потому что обрезка вручную? Нет, механизированная. Механизированная? Да. Поэтому оно все и валяется. Если было бы вручную, это все собрали бы. А чем резали-то? Специальная. Такой культиватор ей? Там, нет, это такая машинка для обрезки специальная. Специальная трактор, машинка, да. Она есть у тебя здесь? Да, стоит, есть. Да? Есть. Ага, вот, он просто едет вот вдоль ряда. И, ну, если ты обратил бы внимание... То, ну, вот, не, ну я вот посмотрел, здесь, что вот они... Вот здесь вот хорошо видно, да, что они, вот, вот они как попало нарезаны. Да, что они в одну как бы эту самую, да, по одной длине они порезаны. И вот видишь, тут как бы... Ну, то есть у них разные... Разные. Если бы, человек резал, ага, бы, да, он бы, например, вот эту ветку вниз растущую, он бы ее обрезал. Обрезал бы, да. И не вот здесь бы сделал бы, да, а вот где-нибудь... Ее, да. Около веточки бы отрезал, да? Ага. А машинка, она вот как идет вдоль ряда, ну, собственно, так и обрезает. Ага, вот оно как. Да. То есть к минусам мы можем отнести покупку кучи оборудования, да, да, специализированного. Но зато, причем... вот смотри, если ты посмотришь вдаль... Вот видно вот такая V-образная форма ряда. То есть он чуть-чуть, да, вот так, чуть-чуть в бок скошенный. То есть она как бы снизу там подрезает, да? Да, он вот так снизу вверх, все ветки, которые выступают за какую-то линию, он вот так вот их. Угу. Ну, то есть к минусам мы относим покупку специализированной техники. Покупку специализированной техники, которая больше ни на чем другом использоваться не будет. Вот я и говорю, да, то есть ее на морковь условно ее не пустишь. Нет. Вот, соответственно, использование садовых опрыскивателей вместо mm-hmm. обычных, то тоже очень приличные mm-hmm. расходы. Это уборочная техника, вот, и в любом случае люди, которые должны там какую-то часть работы делать. Если это есть, то этим садоводством заниматься в любом случае очень интересно. А есть? Выгодно, скажи мне, вот ты от молочки ушел. В садоводство. Здесь денег больше? Или там работы больше? Или что? Во-первых, в отличие от молочки, здесь есть отпуск. Потому что в молочке это весь год. Это и летом, и зимой, и осенью, и весной. Это непрерывная работа. Здесь у нас вот работа началась в апреле. Закончится, ну, если с посадкой, то в ноябре. Если без посадки, в октябре. Вот. Ну и как бы после уборки там, ну, такая работа не очень активная. Это чуть разбросать удобрения немножко.
это чуть-чуть там обработать от вредителей. Ну, то есть такая достаточно. Как сказал наш друг Василий Берзо из Белгородской области, я, говорит, утром встал, посмотрел, не пойду сегодня обрезать. Ничего, завтра обрежу яблони. То есть, можно похалявить. Тут даже я больше скажу, что вот посмотрел осенью, что-то не пойду обрезать, весной обрежу. А с коровами такое не прокатывает. С коровами такое точно не прокатывает. Вот. Ну, с коровами все-таки на сегодняшний день, я думаю, что у нас пришло время больших... Холдингов. Не холдингов, а больших комплексов молочных. Потому что там производительность, конечно, гораздо выше. Угу. И себестоимость, соответственно, другого уровня. Угу. С садами немножко не та ситуация, потому что вот эта вот техника, она более доступна для небольшого хозяйства. То есть если у нас комплекс, который молочный, реально прибыльный, это на сегодняшний день это миллиарды рублей вложений, то здесь, ну, наверное, это десятки миллионов. Вот так вот. Ну, то есть надо понимать, что это все равно десятки миллионов. Да, что это не просто это самое вышел три гуся. Это в любом случае. То есть мне вот достаточно много людей звонят, и некоторые даже обижаются в том плане, что вот дайте нам черенков, а мы сейчас тут сделаем смородиновый сад. И почему вы мне черенки не хотите по 5 рублей отдать? Ага. Но, блин, вот чтобы сделать тот же самый черенок, да, ну вот сколько человек должен... заработать за день, да, денег-то. Ну, то есть это в любом случае, там, не знаю, 1000, 1500, 2000. Ну, не меньше. Не меньше. Вот. И он за день, если он будет просто резать черенки, да, ну, сделает он там, ну, не знаю, ну 1000 черенков, ну 1500. Угу. Да? Это казалось бы, да? Он нифига не сделает он 1000 или 1500. Ну, не получится. То есть вот эта веточка, скажем, да, вот мы взяли веточку, вот предположим, что она прямая ветка, мы ее срезали. Вот из нее, вот она была, из этой не получится, но кривая, mm-hmm. чтобы прямая была. Вот из нее получится там раз, два, три черенка. Не ГОСТовских. Mm-hmm. ГОСТовский тут один черенок, потому что у нас странный ГОСТ на черенки смородины, они 40 сантиметров по ГОСТу. Да? Кто это придумал, я не знаю. То есть у нас это один из казусов документации, который пишет непонятно кто и непонятно исходя из чего. То есть черенок смородины. То есть это современные ГОСТы или это старые? Да, это новый. Новый, да? Да, новый стандарт, по которому сертификаты тот же Россельхозцентр выдает. То есть черенок должен быть вот такой длины, ага. чтобы вы знали. Но, понятно. Но для работы такой черенок вообще никуда не приемлем, потому что если мы его заглубим, как положено, там, да, вот на, там, на 10-15 сантиметров. Его, кстати говоря, под наклоном сажают? Да. Под наклоном, да? Конечно. Угу. Вот, если мы его заглубим, то сверху останется еще 25 сантиметров, да, на котором там, считай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 почек еще, да? Угу. Из всех из этих почек... отрастут листочки, которые начнут активно потреблять влагу. А вот из этих, вот, извините, 10 сантиметров не будет столько корешков, чтобы вот это вот все накормить. Соответственно, мы это сначала посадим по ГОСТу, да, а потом это вот обрежем на две почки. Ну, гениально же. По тому же ГОСТу. В ГОСТе не написано, что обрезать нужно, но вот больше двух почек выше точки посадки не оставляет. Ну, нельзя, потому что просто будет сосать больше влаги, чем корневая система даст. Да. То есть пока вот у этого куста не сформировалась корневая система, да, ага. то есть вот сколько у него там сверху, столько же нужно и корней, чтобы забрать влагу. Нет корней, вот это все, ну вот сейчас я веточку подберу, которая обрезанная, вот ее тут обрезчик обрезал, да, но она вот с осени тут придавилась, у нее вот чуть-чуть корешков есть, да, угу. вот они в прошлом году образовались, потому что на земле лежали, на земле лежал, подломанные, да. угу. вот, то есть она ни для чего не нужна, но вот эта веточка вот через этот корешок чуть-чуть влаги получает, и теперь смотри, вот, это что на ней с листвой, да? Угу. И смотри, вот на этой веточке что с листвой. Вот то же самое с черенком. То есть из-за того, что у него недостаток гораздо больше, корневой да. системы, угу. он не сам развиваться не может.
ни корешок этот развиваться не будет, потому что он не получает достаточно количества энергии, силы и влаги тоже самое, потому что у него все листья будут всю влагу из корня даже высасывать. Поэтому, ну, вот такой у нас странный ГОСТ. Ну, слушай, ну, с влагой-то у вас тут вообще проблемы нет в вашей Калужской области? С влагой проблем у нас, да, слава богу, нет. А вообще смородину поливают? Капельного полива нету никакого? Ну, бывает, делают капельный полив, урожайность это увеличивает. Я знаю людей, которые вот в этом году собираются на смородине развернуть капельный полив. Ну, ну что, ну увеличит урожайность, да. И увеличит затраты, соответственно. Ну смотри, какая ситуация. Буквально там, когда мы закладывали, вообще придумывали всю эту идею со смородиной, цена была вообще копеечная на тот момент. На ягоду? На ягоду, да. То есть это был вопрос там 30-40 рублей ягода. Но это из-за импорта, из-за присутствия там польской ягоды какой-то. Конечно, да. Угу. Ну хотя тогда... Польская ягода шла через Беларусь, но все равно... Ну да, белорусские креветки были. Да, был расчет все равно на какие-то там 30-40 рублей. Это, то есть, супер дешевая ягода. Угу. И при такой стоимости, вот себестоимость ягоды с капельным поливом, несмотря на то, что ягоды будет больше на единицу площади, она, ну вот такая. Все очень... равно в те же 30-40 рублей. А ну какая разница для покупателей? Угу. И, а себестоимость тогда вот в большинстве случаев перекрывала бы вот продажную стоимость. То есть ты получаешь больше урожая. Ну, затраты на каплю, на воду, то да, все пятое, да, хранение, да, уборка, это сматывание, да, ленты, да, и так далее. Вот. И вот как бы вот в этом суть вопроса, что, ну, ну не знаю. Слушай, но это... На сегодняшний день, может быть, оно и будет эффективно. Я, честно, получить большего количества урожая имеется. Да, но я не считал все это на сегодняшний день, и это очень сложно сейчас считать. Угу. А потому что нет определенности с ценой ягоды и нет определенности с ценой полива. То есть сколько будет в комплексе стоить там полив? Да, там же ведь еще, если по уму-то делать, еще и за воду надо платить, ведь ее же не просто так. А даже без воды. И скважину там, и так далее. А вообще скажи, пожалуйста, в... Смородина без полива только в вашей области условно растет, или более в засушливых регионах это тоже может быть? И не, ну, знаю, в какой-нибудь Астраханской области там. В Астраханской области, я думаю, там другая проблема. Там проблема воздушной засухи. То есть даже не то, что там капелька. Сухой этот самый. Очень, да? Сухой воздух. Ага. Просто ягода будет. Ну, я так условно, да. Просто ягода будет прямо на ветвях сохнуть. То есть, угу, тут, то есть она вялится будет. Она будет уже готовая. Это, законсервированная. Ее не будет. Ага. Ну вот, как бы она зеленая высохнет. Угу. Ну, то есть, можно сказать, что ваш регион, он такой приспособленный под смородину, ну, под черную. Ну, он для нее очень хорошо подходит. Угу. Это вот, ну, практически идеально. Угу. То есть, здесь есть достаточное количество влаги. Здесь нет катастрофических морозов, как в Сибири или у вас на Урале. Потому что я вот читал книжки по технологиям в Сибири выращивания. Тут вот недавно со мной связался фермер из Омска. И говорит, продаю черенков. Ой, не черенков, саженцев. Хотим вот начать выращивать. Но я вот так и не смог, ну, чего-нибудь предложить, потому что я, ну, то есть это я еще там в прошлом, позапрошлом году историю смородины в России изучал. И там есть такой момент по выращиванию в Сибири ягоды, что ее там выращивали, специальная технология, но вот кусты, и они ежегодно укрываются. Вот как кусты, виноград. Как виноград, да. Ну, ты представляешь, ну, то есть как бы количество, объем этого ручного труда. Кишмар. Для того, чтобы ее всю эту укрыть, потом весной все это дело раскрыть, при этом нужно, чтобы не повредить, не поломать ветки. То есть это сорта... немножко другого плана, там нужно, чтобы они достаточно пластичные были, ну, то есть там слой снега, который давит, он не должен сломать. Или придумывать какую-то там конструкцию. Поддерживать, которую... Поддерживающую. Мы, да. Ну, это же... Это совсем другая технологическая ситуация. Угу. Я вот сказать, что вот эти вот... Эта ягода там вырастет, я вот не рискнул бы на сегодняшний день.
Потому что, ну, а если ее не укрыть, то она очень большой риск, что будет в большом количестве вымерзать зимой. Угу. Ну, прям очень большой риск. А вообще, если говорить о консультациях, ты оказываешь консультации фермерам? Вот, позвонят тебе. Я не знаю, как до тебя можно дозвониться. Здесь полное отсутствие какой-либо связи. Мы тут два дня страдаем. Есть у нас такая проблема со связью, да. Она никак не решается. То есть нам тут в середине деревни сделали асфальтовую дорогу. Вот ты видел. Да-да-да. ГАЗ у нас подвели, а связь вот... А газ у вас под землей идет, я тут вижу. Да, под да, землей, да? Да. Ага. Ну, ладно, связи с консультациями. То есть люди обращаются к тебе? Люди обращаются, спрашивают, приезжают, смотрят. Ну, то есть как бы без проблем. Угу. Ну, это платно, бесплатно? На каких условиях? Я не научился брать за это деньги, потому что я не знаю, как это вот. Ну, то есть как бы за так, ребята, брать. Пользуйтесь, пока Бабкин не научился брать за консультацию деньги. Единственная проблема с тем, что вот, ну, то есть как бы нужно время согласовать, особенно там в летнее время это все время постоянные разъезды какие-то. Ну вот, как бы, если кто-то соберется, пожалуйста. Ну вот, если вдруг там за пару дней что-то отменится, не обижайтесь, ну просто. Ну да, да, да. Вот Алексей вчера приехал, а мне вот, мы вместо съемок вчера делаем съемки сегодня, потому что там неожиданно. Да, да. Ну вот это наше сельское хозяйство тут. Да. Оно всегда все неожиданное. Ну, то есть рассказать, показать, что мы делаем, как мы делаем, пожалуйста. Там показать технику тоже, пожалуйста. Ну, секретов каких-то глобальных нет. Но в каждом хозяйстве нужно все-таки подходить индивидуально, в зависимости и от земли, на которой это будет выращиваться, и от климата, который там будет. То есть те зоны, которых я не знаю вот на сегодняшний день, я вот правда чуть-чуть стараюсь... Ну да, ну вот про Сибирь ты сказал. То там, есть мне интересно про это почитать, мне интересно это, может быть, обсудить, но вот советовать я вот, наверное, в этой ситуации воздержусь. Но там Сибирь, там засушливые регионы. Ну я не понимаю, как там этим заниматься и надо ли именно этим там заниматься. То есть там есть гораздо более интересные местные культуры. Ну, то есть та же смородина, не знаю, наверное, не сравнится с арбузом там в Астраханской области. Ну, это же с луком тем же, который дефицит страшный. Чеснок тот же, да. Вот. Вот. В Сибири, ну, там тоже есть, наверное, культуры местные, там, не знаю, клюква, брусника, еще там же. Да-да-да, облепиха. Облепиха та же самая. Ну, облепиха и здесь будет хорошо расти. Расскажи, пожалуйста, а вообще в области у вас, я знаю, что, ну, многие хвалят господдержку, которую ваше местное правительство, министерство оказывает фермерам, вам, как ягодникам, что-то достается с этого пирога? Ну, господдержка, она у нас регион традиционно мясомолочный, и она, ну, очень сильно развернута в ту сторону, конечно. Нам тоже немножко достается с этого пирога. Ну, конечно, меньше, чем хотелось бы. И... Вот у нас есть такая штука, что субсидии по садоводству – это единственные, которые можно переносить из года в год. Они традиционно из года в год переносятся. Это как понять «переносится»? Ну, то, что мы в прошлом году должны были получить, мы получим в этом году. То есть мы еще даже за прошлый год не получили. А, но вот мы так получим их. То есть, я понял. Ну, то есть они у тебя накапливаются. Да. Потому что там вот в других видах субсидий, там вот деньги кончились в бюджете и все. Ага. А с этими тут есть вот, то есть их меньше, но есть вот такая льгота, что у тебя есть возможность их получить через год. Дополучить, скажем так. Ну, не допол, но, наверное, тут все-таки именно получить. Ага. Ну, отлично, отлично. А так, ну что, ну, есть поддержка, спасибо большое, потому что без такой поддержки мы бы, наверное, такой проект бы и не вытянули. Ну, особенно с учетом того, что вот уход штука, прям, скажем, почти столько же денег требует, как и закладка. Затратная. Ну, то есть, кажется, что он в год-то меньше, ну, вот, ежегодные затраты. Но ведь мы вот за этими участками 3 года ухаживаем, то есть посадили, и вот, то есть, через 3 года мы получаем урожай. То есть, кажется, что урожай получается на 3-й год, да? На 3-й год. Ага. Но на 3-й год это значит, что 3 года, 3 сезона мы с этим проработали. Ты, да, в конце, деньги вкладываешь. Да, и в конце 3-го сезона мы получаем уже отдачу. То есть 2 сезона у нас полностью без дохода. Это у нас самая старая плантация. Это самая старая, самая ужасная плантация. Первый опыт.
первый опыт, который, на котором набивали все шишки. Вот, и, ну, вот, ага. Вытянули, оно... Ну, оно, отлично, да. Оно дошло до плодоношения, и сейчас это совсем неплохо. Бабкен, расскажи, пожалуйста, как все-таки полностью будет мехуборка, или будет планироваться какой-нибудь самосбор привлекать, там, из Юхнова, в Москве давать рекламу, это такой некий агротуризм. Ну, я не знаю, можно ли москвичей заманить на смородину? Вопрос. Приехать, собирать. Ну, по поводу самосбора всегда пожалуйста. То есть, условия у нас 50 на 50. То есть, сколько собрал, половину наш, половину сборщик себе забрал. Единственное, что собирать там, где... ведется уборка вручную, то есть нужно полностью весь кус убирать. То есть вот нельзя, что там пробежался поверху, ягоды вот, оборвал. Да, самая большая проблема это контролировать. Собрал все самое сладкое. Да. Ну, там вопрос даже не самого сладкого. Просто если кто-то пробежался по кустам, вот сверху, видимо, я собрал. Да, да? Да, остальным оборки остались. Остальные просто это тоже убираю, собирать не будут. И, ну, ну то есть куст надо полностью собирать. Куст надо полностью собирать, да. Ага. Ну там понятно, что может быть там парочка ягод где-то в каком-то виде останется. Ага. Это неизбежно. Но в основном куст должен быть убран. Обобран. Ага. Ну, то есть это возможно. У нас была в прошлом году идея, конечно, красивая. Хотелось сделать праздник начала уборки. Фестиваль, да? Ну, фестиваль, не знаю. Пригласить группу фотомоделей, которые будут. Собирать первую смородину, да. Ну, не знаю, как-то в прошлом году с этими коронавирусными ограничениями была вся эта ситуация. Ага. Ну, сейчас заговорили об этом, я вспомнил. Ну, тема-то хорошая, на самом деле, для популяризации красивых девушек в купальниках. Потеплеет, да, ну, к уборке? Да. Такой немножко этот... вирусный формат. Да, 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 да. Мне кажется, эта тема-то хорошая. А это вот помладше уже, да, посадка? Или все та же? Это посадка уже через год. Через год, да? Да. Ага, ну вот вроде как, мне кажется, кусты чуть-чуть поменьше. Они как бы чуть-чуть поменьше, но при этом они как бы более, скажем, развитые, что ли, на самом-то деле. Смотри, видишь, сколько ответвлений, то есть такие прям... Хорошо ветвящиеся. Вот сейчас мне то, что здесь есть, ну, прямо нравится. Вот эти, да? Ну, вот вообще, в принципе. Вообще все на плантации, да? Да. Да. То есть это тот момент, когда, ну, вот реализуется, приходит к какому-то... Ну, это не финиш, это вот к какому-то такому цветущему, что ли, состоянию. Ну, когда, ну, прям приятно смотреть. То есть ты сделал что-то, и оно стало... существовать. Ага. То есть здесь было заброшенное поле. Да, вот. Напомню, ребята, ссылочки будут оставлены в описании. Там мы с Бабкеном много говорили и про ошибки, и как там начинал, и так далее. Посмотрите, и к чему это сейчас пришло. Вот такая красота.